Наверное, 15. Надежда Ильинична все еще надеется, что столбик термометра поползет вверх, и в квартире наконец-то потеплеет. Ее дом, номер 38 по проспекту Свободный, попал в программу капитального ремонта. С одной стороны, повезло, дому 56 лет, и крыша требовала ремонта, а с другой стороны, работы начались осенью, и теперь Надежде Ильиничне и ее соседям холодно. Вот и приходится утепляться и греться всеми способами. У меня жарочный шкаф есть, духовка такая электрическая. Ну, что-то сыну позвонила, он сказал, это бесполезно, такой номер, говорит, пока не закрою там, бесполезно отоплять. А там наверху рабочие спешно утепляют крышу. Еще недавно здесь работали 3 человека, сегодня уже 8. Видимо, пришлось снять с других объектов. Но точную дату окончания работ не прогнозируют. Сетуют, что заступили только неделю назад. До этого крышу чинили другие рабочие из другой организации. Да что-то не поделили с генеральным подрядчиком компании «Сибжилстрой». Сколько всего домов остались в мороз без крыши, в фонде капремонта пояснить затруднились. И попросили все вопросы задавать подрядчикам-строителям. Известно, что капитальный ремонт крыши в этом году должны сделать в 20 домах. Кроме дома на Свободном, без крыши стоит и дом на Кутузова, 22. Но там рабочие успели до морозов положить утеплитель и ушли. Видимо, на более трудный объект. Основная причина всех бед – к ремонту рабочие приступили поздно. Основная эта причина, помимо того, что максимально все забюрократизировано, тот факт, что конкурсы начали проводить только летом. И здесь подвели именно муниципальные образования, и администрация города Красноярская, и администрация других муниципальных образований края. Если бы краткосрочные планы работ на 2015 год были утверждены раньше, то и конкурсы начали проводить бы раньше. Остается надеяться, что в следующем году и фонд капремонта, и рабочие учтут ошибки этого года, и красноярцам не придется встречать зиму в буквальном смысле без крыши над головой. А пока Надежде Ильиничне приходится кутаться в старенькую кофту и ждать, когда строители закончат работу. Станет тепло и прекратится постоянный стук, на который уже так нервно реагирует пес Чита. Дмитрий Пименов, Эдуард Баглай, Афонтово новости.